В Институте международных отношений Казанского федерального университета проходит международный научный симпозиум «На плечах гигантов. Петр Великий и имперский опыт России в контексте мировой истории». Пленарное заседание международного семинара было посвящено переходу от империи Тартарии к Российской империи Петра. И вот это переход от создания империи, империи Петра I, которая посвящена 350-летию Петра, и то, что связано в том числе с нашей территорией, мы постараемся с вами осветить. Выбор тематики научного форума определил тот факт, что между 3000-ми годами до нашей эры и 1800-м годом нашей эры в истории человечества можно найти более 60 мегаимперий. Их наследие не только вызывает закономерный исследовательский интерес, но и продолжает оказывать влияние на политические процессы и практики в современных государствах, многие из которых связаны с империями прошлого, прямой исторической преемственностью. Особое внимание в работе симпозиума было уделено переходу от империи Тартарии к Российской империи Петра. Нам хотелось бы, чтобы и сегодняшние мероприятия, в которых участвует наша молодежь, наши студенты, стали для вас началом новых постановок, новых исследовательских задач, с тем, чтобы вы на ближайшую перспективу, в те годы, в которые получаете образование в Казанском университете, в Институте международных отношений, вы нашли в том числе применение не только творческим своим талантом, но и тому научному потенциалу, который у вас есть. Симпозиум будет проходить с 28 по 30 ноября, как в очной, так и в дистанционной форме. В работе конференции примут участие более 80 ученых из разных городов России и стран мира. Симпозиум организован Казанским федеральным университетом в сотрудничестве с Российским историческим обществом, Российским обществом интеллектуальной истории, Российской ассоциацией антиковедов. Программу форума можно найти на сайте Казанского федерального университета. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Универньюз.